Сотрудники комбината зеленого хозяйства продолжают модернизировать магаданские контейнерные площадки. Изначально в плане на текущий год было обновление 11 мест для сбора коммунальных отходов. Однако позже их количество увеличили до 35 объектов. На обновление площадок было выделено 7,5 миллионов рублей. Для города приобрели 335 баков. Из них 218 металлические, 117 пластиковые. Сейчас специалисты трудятся по проспекту Карла Маркса и улице Якутской. Завершили работы по улице Нагаевской. Специалисты восстанавливают ограждение, ремонтируют бетонное покрытие. С начала года был взят хороший темп работы, что и позволило увеличить план, рассказывают сотрудники КЗХ. Всего в городе находится более 300 мест сбора коммунальных отходов. Особое внимание уделяют площадкам, где проводится комплексное благоустройство. Специалисты отмечают, что в Магадане много мест сбора коммунальных отходов, которые требуют внимания.